Объединение всех отделений больницы в одно здание. Этот вопрос был приоритетным в ходе встречи министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Дубровяну с активом района Басарабяска и руководителями медучреждений. У нас поликлиника, здание отдельно, терапия отдельно, детская отдельно. То есть мы разбросаны. Мы разбросаны. А отсюда есть свои последствия. Затраты на коммунальные услуги и так далее, и так далее. Давайте мы соединим. Но не надо выбирать там, где дешевле. Лучше сделать один раз и сделать качественно и добротно. Выбрать все сегодня за и против. Для того, чтобы мы начали функционировать. В качестве здания, в котором бы расположились все отделения больницы, рассматриваются два варианта – районная поликлиника и бывшая железнодорожная больница. Но каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Мне жалко это здание, которое сейчас охраняется тремя охранниками. Это типовое здание. Там большая операционная, малая операционная, хирургическое отделение, там рентген отделение, там лабораторное отделение, там трехэтажное здание. Там пищеблок для больницы, рассчитан на, для больницы в 200 коек. Если мы... я к чему это все веду? Идут разговоры о том, что якобы соединить все вместе, стационар и, значит, первичное звено, консультатив, все в одно здание загнать. Но я же знаю, я строил эту больницу, эту поликлинику, я знаю, там ложные потолки. Там вентиляция идет под основным потолком и закрыта ложным потолком. Расстояние от ложного потолка до основного потолка 80 сантиметров. Больница сдана 30 декабря 1985 года, я ее строил. Я представляю, что сейчас творится в этой полости. И рискнет ли санэпидстанция, скажем так, дать допуск для размещения стационара, где питание, где, ну, не буду объяснять. Вы определяете конкретно, по какому принципу и по каким приоритетам вы идете по реорганизации больницы. Вы делаете проект, вы знаете, что у нас есть фонд развития, и мы можем дать финансовые средства непосредственно по проекту, по критериям оценки ваших потребностей. Так что мы вас ждем, то, что касается вот этой реорганизации с проектом уже непосредственно в компании. Также был поднят вопрос о задолженностях, накопившихся у районной больницы. По словам министра, долг может быть погашен из государственного бюджета. На платформе министерства будет организовано заседание, куда будут приглашены и местные органы, ну, конечно же, и директора больниц. Вот с этими историческими задолженностями, для того, чтобы мы все-таки определились. Я поняла, что у вас проблема то, что касается медикаментов. У других другие проблемы. И давайте решать поэтапно, потому что здесь уже деньги не могут из соцстрахования идти. Это деньги, которые могут идти из государственного бюджета. По словам министра, правительство уже предпринимает меры для улучшения ситуации в области здравоохранения в районе Басарабяска. Я vreau să vă zic că situația de fapt este una care este sub control la momentul actual. Ați văzut că spitalul raional a fost contractat de către companie. Suma care a fost alocată este cu 1 milion mai mult comparativ cu anul precedent, dar autoritatea publică locală a recunoscut că este nevoie de reorganizat ceva pe interior. Deci și sub aspect de spații care sunt folosite pentru a optimiza și cheltuielile de întreținere, respectiv urmează noi să decidem ce facem cu datoriile istorice de 2 milioane pe care le are spitalul raional și rămâne ca o prioritate să continuăm dialogul cu autoritățile publice locale și să identificăm soluții pentru problemele vizate. После завершения встречи в райсовете Виорика Дубровяну вместе с председателем района Петром Пушкарь посетила здание поликлиники, где располагаются консультативный отдел больницы и центр семейных врачей. По словам руководителя района, проблемы здравоохранения местные власти намерены решать в первую очередь. Ну, первое, то, что мы сегодня обсудили, это то, что районную больницу нужно перевести все в одно здание. Мы увидели понимание. Мы с понедельника уже будем заказывать проект. И будем подавать ее в компанию для того, чтобы найти финансирование, для того, чтобы привести в порядок. То есть в одном здании, чтобы было все отделения и районная больница, а семейная медицина была отдельно. Но для этого мы должны создать хорошие условия для семейной медицины в другом здании. В этом году будет новый рентген-аппарат, уже мы обсуждали. А также изменено финансирование компании к районной больнице нашей. Бюджет районной больницы увеличили на 1 миллион лей.
И мы будем продолжать в том же духе, потому что приоритет для нас 4 года следующей работы – это районная больница. Это сделать так, чтобы закрыть все долги районной больницы, чтобы врачи получали зарплату, чтобы услуги платились, и чтобы, конечно, были хорошие созданные условия для наших пациентов. Рабочий визит в Басарабяску Верика Думбровяну совершила впервые после своего назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты.